Как вы думаете, что я сейчас сделаю? Я вот видите, какой противоречивый. А я сделаю следующее. Мне что-то совсем надоело. Вот это моя рампа. Но мало того, что она вся погнулась уже. Все-таки я понял, что вот эти костыли. Вот, убрал я рамку. Попробую все-таки снова вернуться и рисовать без нее. Это искусственные костыли. Я должен уметь управляться с композицией самостоятельно. Я вернусь к естественному вот такому чистому листу. Ну, здесь уголочки не считаются, то они пока держатся. Слишком много у меня эта рамка отнимала внимание и заботы. Все должно быть проще. Возвращаемся к простоте. Да?